Снимаем фары до ремонта. Всем привет, Ютубу привет. Вот очередное дело. Как говорится, к вопросу о поделках на коленке. Надо полирнуть фары. Вот. Держать в руках неудобно. Вот тут есть ушко. Взял за него, приделал. Вот так десяток шурупов закрутил. И в принципе фара нормально держится. Можно шлифовать, обрабатывать. Вон она машинка. Вот. Почему? Потому что неудобно может сорвать. Особенно когда цепляется полировалка за кромки. Все это рвется. Вот так легко и просто можно закрепить и спокойно работать с такими вот объектами. Почему? Потому что одному работать неудобно, а помощников, допустим, нету. Вот так вот взяли кусочков обрезков, закрепили. Вот еще раз беру за ухо, и все нормально держится. Вот она фара мутная, то что было. Я ее тут мыл, протирал. Фара первая сделана. Вот она вторая. В данном случае шевеление практически отсутствует. Вот она рабочая зона, с которой можно работать. Спокойненько. Удобно. Вот такие вот поделки. Опять же повторюсь, делается все легко и быстро, и можно спокойно работать. Вот. Опять же, кто-то может что-то универсальное изобретет. Это так, приспособа на коленке. Поэтому у кого какие есть соображения по этому поводу, высказывайтесь. Почему я снимаю фары? Потому что здесь как-то не обклеивай, все равно можно вот какую-то кромку залезть, повредить. Я одно время пользовался бронелентами, но иногда бывает, что это, как говорится, чревато тем, что можно залезть туда, куда не надо. И опять же, шлифмашинкой, когда шлифуешь, вышлифовать самые кромки не всегда представляется возможным. Вот поэтому я вот таким вот образом не ленюсь, снимаю фары, когда их полирую. И вот так вот работаю. Все, всем спасибо за внимание. Жду от вас новых идей. Вот она одна. А вот она вторая. Вот эта вот фара левая, по идее, более новая. Потому что эту как не полировал, одинаково. Даже вот эта фара больше полирована. Но пластик уже тусклый, он выцвел как бы уже снутри. Но все равно. Вот. Вот такая фара теперь. А это явно пластик уже более свежий, более новый. Ну и она отполировалась получше. Эти фары пополировать. Сосед пришел, увидел, говорит, у меня тоже вот А4 фары надо полирнуть. Ну вот, опять же, к тому выставляем, вот она фиксируется в углу немножко. И вот она одно место фиксировать, вот второе. Ну и вот так, чтобы это все не убегало. Каким-то образом можно прификсировать. Все потом прикрутить, и фаре некуда деваться. Вот, и можно с ней заниматься спокойненько, шлифовать, полировать, не боясь, что что-то произойдет. Вторая фара полировалась и делалась аналогично, то же самое. Раскрепляем, чтобы она не шевелилась. У нас вот весь стол ходуном ходит, а все это сейчас за одну минуту просто
шуруповертом разобрать. Вот такая вот придумка. Делитесь, у кого-то может идеи получше есть. Буду рад, так сказать, услышать.